В одной из витрин античной экспозиции представлена крышка расписной ликаны, сосуда для хранения косметики и украшений. Роспись выполнена в чернофигурной технике, когда фон оставался в цвете глины, а изображение наносилось с использованием черного лака, белой накладной краски и пурпура. Несколько фрагментов были обнаружены при раскопках 6-й поперечной улицы в 1977 году, но большая часть уже позже, в ходе исследований 6-го квартала. Роспись состоит из двух фризов, разделенных полосой ромбовидной сетки. Нижний фриз заполнен чередующимися фигурами пантер и птиц, на верхнем – только птицы. Среди исследователей до сих пор не существует единого мнения о времени изготовления этого сосуда. Особенности росписи находят аналогии среди изделий аттических мастеров как в VI, так и в V веке до нашей эры.